Добрый день, дамы и господа, с вами снова я, и мы продолжаем цикл видео по World of Warships. Я наконец-то накопил достаточно опыта для получения нового корабля. Кредиты мне любезно выдали 100 тысяч кредитов за получение второго уровня. Что кажется даже немного излишним. Да? Итак, давайте рассмотрим наш старый корабль. Небольшая конвейерская лодка. Следующим нашим кораблем станет крейсер второго ранга или уровня. Кому как нужно. Мне, пожалуй, будет удобнее назвать их все-таки кораблями второго ранга, нежели второго уровня. Кому хочется прочитать описание корабля, ставьте на паузу, читайте в этот момент. Учитывался опыт русско-японской войны, замечательно. Разделение на две ветви. Новый, более совершенный крейсер. И эсминец того же ранга. Да. Не уверен насчет покупки эсминца, но крейсер мы брать будем, потому что я хочу попробовать такой замечательный кораблей, как Леонус. Да, более массивный корабль, чем наш прошлый. Так, внимание уделим вооружению. Какое-то странное расположение орудий. Хотя калибры больше, но не так, чтобы очень значительно, но... Значит, мы сможем вести огонь с одного борта только из трех орудий. Понятно. Три орудия на борт. 17 тысяч хп. Что ж, бой. В этот раз уже стреляем. Мы будем самым совершенным кораблем. Здесь у нас эсминцы, что тоже приятно. А вот FPS неприятно упал на несколько секунд. К сожалению, вырубился. Ой, к счастью, надо же так говорить. Да, три орудия на борт. Начинается. Да, вперед удастся стрелять с трех орудий, но нет. Пройдем между этими двумя островами и выйдем справа к точке С. Прикроем ее. Между роликами, дабы получить этот корабль, мне пришлось сыграть еще 4 боя. 3 было успешным, 1 не проиграл. Силы противника на горизонте. С
наша команда получила преимущество. Так что я был шок. Этот бой. Да. Я бы тем более совершенно дороги. Целую секунду. Выигрыш целую секунду. Жалко, описания орудий более подробного нет. Ну, хотя я думаю, что там было бы написано что-то вроде улучшенно заряжающий механизм или более легкая конструкция, более удобное размещение персона. Сами выбирать, что вам больше нравится. Я не знаю, успею ли сегодня загрузить это видео, так как довольно много времени сейчас. Бой начинается. Так что может и не получиться. Но первое видео точно будет загружено сегодня. Более легкий, более мелкий корабль. На скорости к нему внимание, к сожалению, не обратил. Может, стоит все-таки эсминец приобрести. Даже не знаю. Сложный выбор. Эсминцы легкие, быстрые, у них есть торпедные аппараты, которые наносят решающий урон и целопарат. Обнаружены силы противника. Я
относительно. Наша команда получила преимущество. Базу у нас можете пойти. Ну что вы хотите? Команда противника получила преимущество. Нет. Thank you.
возможно, судьбу этой битвы решать. Что ж, вторая серия была менее удачной в плане побед, но все же довольно-таки интересно, как мне кажется. Вторая битва меня вообще порадовала. Ну, не результат, а сама битва. Что ж, наша следующая цель — это приобрести... Ну, то и то было бы замечательно приобрести, но в первую очередь возьмем систему управления. Что ж... Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И вскоре мы продолжим этот цикл видео, который, я надеюсь, будет очень длинным. Потому что эту игру я ждал довольно.